обучающее упражнение, но оно не только как обучающее упражнение, что побили, отдохнули, побили, отдохнули. Это еще и развитие скорости целевых качеств. То есть, если вы делаете подряд, то это упражнение превращается в такую очень высокую нагрузку. И вы должны сразу это с минимальными промежутками времени между действиями. Отдыхать меньше, пить больше. Ну, я уже не в том возрасте, по крайней мере, попробую показать, что надо к чему стремиться и обгонять меня, а не так, чтобы делать, что я здесь сижу и думаю. Ваши мышцы работают очень круто. Давайте 2 минуты и подряд работаем.